закончили соревнования на самом коне участников. Итак, среди девочек, выступающих по программе первого юношеского разряда, третье место заняла Чернявская Елена. Второе место заняла Дяченко Полина. Первое место заняла Зубкова Анастасия. Награждения проводят мастер спорта Советского Союза Зеленков Владимир Павлович, мастер спорта СССР дважды по акробатике и по спортивной гимнастике Яканюк Инна Витальевна, и мастер спорта Украины Светлана Сергеевна Пономаренко. Все, девочки. Девочки, молим вас. Девчонки, давайте. Среди девочек, выступавших по программе третьего взрослого разряда, третье место заняла Ковалева Лиза. На втором месте Волвенкова Катя. На первом месте гостья из Донецка Черепанова Анастасия. Медали не видно, опустите грамоты ниже. О! На левый план. Сюда, девочки. Первое место здесь. Спускайте. Первое место здесь. Второе место здесь. И вот здесь. Пора отравняйся. Смирно. Товарищи родители у входа, просьба освободить выход. Сейчас будут выходить родители, будет драка. Пожалуйста, выйдите в коридор, а потом зайдете. Сейчас зал будет пустой. Пора отравняйся. Смирно. Так родители все и послушают. Направо. Вот. За победителями и призерами. На выход шагом. Марш. Ah, sure.